Ой, беда. Ёша, ты нас подставил. Вообще. Так, ребят, я сейчас что-то кину в стену, это точно. Ёша, герой этого дня. Так приятно такое. Мы просто умерли ради того, чтобы ты прошла. Ну все. Всем привет. Вы на канале Крошки Евы. И, ребят, у нас сегодня челлендж. Мы пришли в этот самый сложный коридор в мире, и я предлагаю проходить его каждый раз. Ну что, попробуем? О, господи. Ты уверена, что мы сможем, Ева? Потому что, честно, мы в прошлом должны. Видео, да, мы проходили с Ульяной коридор. Я, честно говоря, прям совсем ничего не мог сделать. Ничего не получалось. И вот сейчас я, как бы, конечно, иду уже, знаю, что тут все двигается, но уже вот уже и не иду, собственно говоря. Слушай, вот так вот быстро у меня моя походка закончилась. Ну, я считаю, что нам главное пройти хотя бы один раз за все время, которое нам дается в коридоре. Вот. Ага, хорошо. Немножко другие получаются правила, но я не против. Мне, в принципе, это нравится. Один раз я готов пройти, и надеюсь, у меня это тоже получится. Ой. Так, а я довольно далеко ушел, но, честно говоря, здесь очень некомфортный уровень. Господи, фиолетовый, просто какая-то жесть. Ребят, очень не советую доходить до фиолетового. Максимально не советую. А, я на красную застряла вообще. Подожди, красный это дальше или ближе? А, подожди, так это я уже неплохо так я пришел. О, Ёша сейчас придет. Так, ну я предлагаю поменять немножко правила, если кто-то один из нас проходит, то мы все молодцы. А мне нравятся такие правила, да, Ёша, давай там, держись. Ёша, вперед, давай. Ой, беда. Ёша, ты нас подставил. Вообще. Кошмар. Как ты мог? Ну мы так надеялись, что мы выполним этот челлендж при помощи тебя. Ребят, вы можете на меня надеяться. Я готов, так сказать, к драке, к битве с коридором. Даже если я буду драться один, я готов выполнить челлендж за нас всех. А фиолетовый действительно с подковыркой. Он какой такой нехороший. Еще какая подковыристая, блин, подковырка. А что там, что за подковырка? Расскажите. Я еще вот только до красного дошла. Вот до зеленого. Ой, испугалась. Слушай, там, короче, все просто крутится, все двигается, как и в прошлый раз мы поняли, как во всем коридоре. Вот, но это прям максимально неудобно. Еще и светяшечка там маленькая, такая сладенькая собака такая, не светяшка, ты ясно? Вот ты кто. Короче, умер я на фиолетовом, и тебе не советую этого делать. Так, а я вот сейчас вот... А-а-а! Аккуратно, очень... Не пугай. Тихо. Так. Блин, а я зачем-то... О, я забыла, что там светяшки, они танцуют на этом фиолетовом уровне, и зачем-то прыгнула прямо на эту светяшку. Ребята, я была на предпоследнем. Вот если бы не ускорили, я бы дошла. Вот уверена, прям на 100%. Так, ребят, ну все, сейчас мы обязаны пройти. Давайте, у нас все Конечно. Получится. Сильнейшие проходители коридоров, товаров, разных обби и прочей другой штуки. Давайте, у нас я получится. Я просто считаю первым, блин, комом. Ну, да. Да, точно, слушай, я согласен. Тем более, не полностью время было, вот сейчас вот... Ну да, мы сошли к серединке, еще и ускорили прям. Так, ну все, сейчас точно получится. Смотрите, я иду первый пока, и пока даже не умер ни разу. Так, ты вообще зачем об этом говоришь? Скажи мне, пожалуйста. Опасно. Похоже, для того, чтобы умереть, я не уверен, конечно, но... Так, слушай, тут зелененький прям хочет погладить меня. Неужели я настолько красивый для этого зелененького уровня, что он такой типа, о, какой хороший проходитель, обе, иди сюда, я тебя поглажу. Знаете, как бабуля вот так вот тебя за волосы потрогала, да, и типа вот то же самое с уровнем. И он просто хотел, так сказать, немножко меня погладить. Я, конечно, почувствовал это, я, так сказать, немножко отказался, да. Хотя и честь большая. Ну да, зеленый такой прям, внезапно было, что то он едет даже чуть-чуть, но это вот так тут прям странновато, неожиданно. Слушай, да тут, знаешь, уже нет неожиданности, если что-то едет, потому что едет реально здесь абсолютно каждый просто уровень. Это жестко. Ёши, давай! Ёши! Не умирай! А что я? Я была тоже на белом и оступилась. Ага. Господи, тут очень неприятный уровень с очень неприятными светяшками. И пока я вроде бы прошел его. Я умерла за тебя!
Я умерла за тебя на светяшке. Ага, ага, так, значит, я не буду, тьфу-тьфу-тьфу, убирать я не буду. Аккуратненько, аккуратненько. Слушай, а я ведь, подожди, я ведь уже почти прошел. Да, я очень рядом. И да, все. Серьезно? Великому проходителю Колизируду. Короче. Приятно. Я старалась не умирать, но вот умерла, значит, можно похлопать. Ага, ага. Слушай, ну так получается, челлендж пройден или как? Нет, ну нам каждый раз надо проходить. Ага. А знаешь, я придумала, если так получается, что у нас у всех получится пройти, то челлендж выполнен. Но если коридор попадется такой заковыристый, и кто-то из нас один пройдет, то челлендж тоже выполнен. Ну, почему бы и нет, правильно? Ну, действительно. О, Ева, я тебя уже вижу, ты там подбираешься, вроде бы прям рядышком уже. Да, вот я на этом уровне... Померла. На, прям на этом? Ничего себе, да. Слушай, так он-то вроде бы не очень-то сложный. А я не вот вовремя прыгнула. Ой, нет. Вот смотри, вот здесь можно помереть на самом-то деле. Вот да, я тоже там померла. И меня погладила светяшка. Очень она не очень, на самом деле. Так, Ева. Слежу, аккуратненько, аккуратненько, шаг за шагом, и да, здорово. Слушай, неужели, так, неужели ну мы это вдвоем за прошлый, челлендж выполняем? Это за прошлый уровень, вот это вот, за прошлую ага, карту. Хорошо. А за эту когда будешь проходить? А за эту ты прошел. А, за эту я прошел. Хорошо. Так, Ульяна, тебе, получается, придется следующую проходить прям 100%. Ну да. Ага. У нас тут очередь уже. У нас тут очередь, да, давай поболтаем о том, о сём. Расскажи, как жизнь, как здоровье? Ну, все отлично, а как вам вид тут на выходе? Вот тоже красивое такое место, очень интересное. Слушай, да прикольно, мне нравится то, что изменили и начало, и вот конец коридора. Очень хорошо выглядит это все дело. Тем более тематика мне импонирует, очень нравится. Это точно, согласна. Так, остается 4 минуты, я не знаю, насколько вообще нам нужно ждать кого-либо. Ну, вообще, вон там девочка идет. Давай так, если девочка не упадет, тогда ждем. Если... Ой, так ладно, нет, давай теперь ждем Ульяну. Если ждем, Ульяна, наверное, получается когда она упадет, пройти... да? Я слышу такой подтекст. Тихо, Ульяна, никакого такого я подтекста молчу. Не было, отставись, давай, мы в тебя верим. Спокойно, давай, поехала, спокойно. Поехала, мяу, истребитель. Ну, я зачем-то отвлеклась. Ну, все, можете ускорять, наверное, потому что я умерла. Нет. Блин, ой, так, Ева, давай, вперед, теперь ты вперед, давай, я за тобой, а поехали. Почему я вперед? Ну, потому что так вышло, давай, поехали. Ладно. Хоба, и вот такие мы молодцы, да, почти каждый Клёво. Проходим, почти челлендж выполнен, ага, ага, в скобках почти. Это мы так, через раз, один раз не прошли, а второй раз все прошли. Ага. Вот, ну, почти все. А что, если попробовать на... Ну да, уровень не подходит, но я думала, может, назад попробовать дойти. Не, мне кажется, это вообще будет жестко. Возможно, да. Вау, ёж, ты сейчас зашел в телепорт, и у тебя просто, ты там заспавнился вначале, и вот эта вот светяшка вся растянулась на весь коридор, очень красиво. Ой, ну что же, ребят, поехали дальше. Да, теперь очередь вообще-то Ульяны. Я вот уже, видите, рванула, уже вот иду. Ты главное, вот рванула ты быстро, ты главное теперь, так сказать, хватку не упусти, не потеряй. Я сосредоточена. Очень сильно. Хорошо, так, не мешаю. Иду за тобой хвостиком, но стараюсь не мешать. Господи, я сейчас так испугалась. Я думала, ты скажешь, хвостиком махаю. Ну, типа в ритм просто. Ой. Это неправильно, но в ритм зато. Ага, нет, я... Нет, Ульяна, да как же это так? Ну как же? Ну вот так, как-то так. Слушайте, я сейчас на желтом так перепугалась. Я, короче, ну, у меня светяшки такого же цвета, ну, как и настоящие светяшки, вот, на руках которые. Ага. Вот, я вот тут встала вначале, вот я сейчас вот мы с Ульяной. Я понимаю, что я стою на светяшке, я думаю, так, не двигаться, сейчас убьет. А это мои, оказывается, были. Они один в один просто по цвету, и мне так прям аж нехорошо стало. Слушайте, а я вот все больше уровней уже узнаю, типа, я их проходил в прошлый раз, да, и поэтому мне такое... попроще как-то стало. О, боже мне остается-то всего ничего. Ева, гляди.
Ого, ничего себе, Ёша, ты скоростной прям вообще. А, да, да, так и получается. Давайте, давайте, вы то... О боже мой, эта штука едет! Так, ребят, я сейчас что-то кину в стену, это точно. Чуть не упала! За что? Господи, последняя, блин, стадия, последний уровень, последний, да как угодно называйте это. Она, короче, едет. Я не знал, что она едет, я когда узнал, это было слишком поздно. Умер. О, понятно. Умер, когда узнал, я уже умер. Все верно, Ульян, все так и было. Ну, зато мы знаем, что она едет, поэтому вот. Большое спасибо, Ёши. Инспектор Тавров-коридоров, да. Ага, любых обби, похоже, слушай. Ну так и есть. Меня можно реально первым отправлять куда угодно и типа... Ульян, аккуратно! На смерть просто. Там рамка-светяшка, не бейся об нее. Ага, ага, поняла. Мы просто умерли ради того, чтобы ты прошла. Ой, ну все, я теперь сейчас умру. Ну спасибо вам большое. Что, все? Че, умерла, правда? Нет, я не умерла. Я просто говорю, что я могу умереть, но я не умерла. Вы чего меня так закапываете? Не надочки. Ага. Я смогу, наверное. Ой, там Ёша же подкрадывается. Да блин, а что это за желтый такой коварный? Наступает на пятки. Я подкрадываюсь, да, я такой. Немножко шпион коридорный. Стой, стой, Ульян, вот здесь ты не двигаешься. Вот здесь не... Здесь надо зажать, мне кажется, прыжок. И аккуратно, аккуратненько, просто с прыжочком. Вот так но вот у меня проходить. Так не получится аккуратно. А, потому что она едет, Ульян, она едет, ты представляешь? Да капец. Все. Фу. Спокойно. Нет! Нет, Ульяна, нет, господи, за что это такое наказание? Ладно. Горе какое-то. Блин, вот знаешь, еще проблема в том, что слишком узкие вот эти вот штуки, и типа игра немножко не хочет нормально воспринимать персонажа на этих штуках и немножко роняет персонажа непосредственно. Роняет. Поэтому, да, поэтому, к сожалению... Ты тоже уронилась немножечко, да. Угу. Ну, вообще, мне кажется, знаете, с каждым ранением таким, я думаю, что коридор это делает специально, потому что, ну как так? Ну, блин, ну там ну, буквально вот уже 20% осталось для того, чтобы я прошла коридор и просто бабац, и нет, Ульяна, ты не пойдешь. Куда ты пойдешь? Ну, конечно, ага, придумала. Так, я предельно осторожна. Ага, я тебя вижу. Ой, нет, неприятный уровень. На самом-то деле, очень легкий уровень, да, можно спокойно его пройти, просто типа, ну, не ошибаться, плюс-минус. Вот, а вот следующий, Ева, следующий очень неприятный. Едет? Смотри, он едет, вот он едет. Едет, вот этот едет, поэтому я проходил с прыжком. Я просто зажал пробел и все, и не отпускал его до самого конца коридора. Я тут постою. Да ладно тебе, Ева, давай все получится. Я Ульяну жду. Вот почти дошла, вот самую малость просто, ну, не вышла. А как там девочка ходит, если эта штука едет? Ну так она, так эта штука едет. Я могу показать, конечно, но я умру, скорее всего. Не надо, нет, ты что, я сама сейчас умру. Давай, тогда ты, давай. Ну тут Ульяна уже подходит, я думаю, я буду тоже подождать. Это все, вот смотри, это ты, получается, накаркала сейчас. Все ради того, чтобы я шла, понятно. Это, что это такое было, Ева, давай, аккуратненько. Я прыгаю. Максимально аккуратненько. Но это слишком аккуратненько, Ева, ну ты уж прям совсем перебираешь. Нет, что же вы делаете-то? О боже, я просто случайно. Ульяна вот буквально чуток дальше дошла. Хотя нет, она дошла почти до конца этого уровня на самом-то деле. Ужас, кошмар. Ёша, жди, еще 4 минуты, я должна успеть. Да я жду вас, давайте скорее. Так, ну что, ребят, тут ускорили, у меня вторая попытка, я дошла. Я уже зажала пробел, и тут меня какая-то девочка давай. Поддерживает. Ну все, я погнала, давайте. Давай, поехали. Ульяна, удачи. Спасибо. Я не могу еще решиться. Ну все, я пошла. Так, аккуратно. Следуем, так сказать, пути заранее запланированному. Аккуратно. Нет! Ну там девочка! Вы что, серьезно? Да ребят! Ну почему?
Господи, да как же это выходит-то? Ну, пожалуйста. Ёша, мы были рядом. Мы легли рядышком. Да, я думаю, что можно считать челлендж полууспешным. Вы легли рядом с финишем, и, в принципе, это неплохо. Не ужасно, скажем так. Согласна. Мне сейчас так понравилось, как Ёша уехал просто вниз. Просто вообще. Что за уровень такой? Вообще какой-то очень нехороший. А там не видно вообще, куда идти. Да реально, Никита вообще жесткий. Ребят, я просто максимально вот сейчас вам советую закончить наш челлендж на такой плюс-минус адекватной ноте. Мы постарались пройти, мы якобы дошли. Ёша постарался, прошел, а мы просто падали, умирали без конца. Ой, да ладно вам, мы почти дошли, ребят, ну чё вы. Боже мой, мне кактус тут просто срезает вот это вот булава, глыба, я не знаю, это кошмар, я только сейчас ее заметила на красном, боже мой, вот это внезапно. Ничего себе. Сильно ты не замечаешь предметы? Я очень вовремя остановилась, просто жесть. Капец. Знаешь, как страшно? Да знаю, я тоже это прошел. Слушайте, ребят, ну Ёж там пытается, опять проходит. Кстати, там, кажется, фиолетовый, это тот самый уровень, который мы не смогли пройти с Ульяной только что. Вот этот конечный, последний, который двигался. И Ёж его проходит, он просто щелкает их, как орешки, посмотрите. Так, тихо. Вот сейчас я прям чувствую уже, как я умираю. Вот здесь прямо. Ёж умирает. Спокойно. Просто все. Ёж умер. Блин, я думал, реально, что за хейт какой-то непонятный, думаю, за что, потом вспомнил наши правила. Слушайте, а я ведь реально почти дошел, но вот здесь я умру. Нет, не умер, ребят, все, пожалуйста, готово, легко и непринужденно. Просто Ёшечка проходит очередной свой коридор и прям вот успешно, в принципе, заканчивает наш челлендж. О, мы с Ульяной только что вот этот уровень прошли. Где мы были раньше? О боже, это что за вафельница такая? Это нам поклоняются, наверное. О боже мой. Ульяна! Ева, ты представляешь? Да, я немножечко упала, очень жаль, конечно. Мне вот эти вот штуки очень напоминают пальцы, вот такие вот, они такие, ха-ха, мы сейчас тебя защекочем до смерти просто. Правда, до смерти, ребят. Ладно, Ёж, иди, проходи за нас, мы будем тебя ждать в начале. Ладно. Ёж, герой этого дня. Так приятно такое слышать, так нравится мне, конечно, да. Ну что, ребят, челлендж наполовину выполнен, я думаю, Ёж выполнен на 100%, а нами с Ульяной, ну, на 50%. Наверное, где-то. Ну, тоже сойдет. Да. Так что в следующий раз, я думаю, мы вернемся все вместе и попробуем пройти еще раз. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Пока. Пока.